В результате теракта в метро пострадало 7 жителей Московского района. Психологи из отдела социальной защиты готовы оказать любую помощь находящимся в городской больнице номер 26. В списках погибших жителей района нет. 7 человек получают медицинскую помощь. Группа психологов из подведомственных отделов соцзащиты учреждений находится в режиме ожидания. Отработаны связи с городской больницей номер 26. Пока лечебное заведение полностью справляется, но если дополнительная помощь потребуется, то специалисты сразу же поедут на вызов. Мы восстановили контакт со всеми родственниками пострадавших людей. Мы следим за состоянием здоровья этих людей. Уже есть люди, которые выписались из больницы, поэтому мы держим на контроле. Всем оставлен контактный телефон, если возникнут какие-то проблемы, для того, чтобы помочь решить людям их проблемы, их вопросы. По распоряжению главы администрации Московского района безопасность взята под особый контроль. Все экстренные службы и подразделения силовых ведомств работают в режиме чрезвычайной ситуации.